Всем привет! В этом видео загрузим 3D-модель из FreeCAD в CatBase, а потом выгрузим из CatBase в FreeCAD. Макрос для интеграции FreeCAD с CatBase уже запущен. Создаем модель для демонстрации его функционала. Определяемся, в набор файлов какой модификации компонента будем загружать эту модель. Пусть это будет модификация 3. Сохраняем данную модель в папке выбранной модификации. После сохранения файла информация будет отображена в окне макроса. Проверяем отображение файла нажатием на стрелку рядом с папкой модификации. Сохраненный файл появился. На сайте CatBase проверяем отсутствие файла в наборе файлов данной модификации. Папка модификации уже выбрана. Нажимаем кнопку «Загрузить файлы» для отправки файлов в облако. Ожидаем сообщения об успешной выгрузке файла. Теперь проверим файл на сайте CatBase. Выбираем модификацию и нажимаем кнопку для отображения файлов из набора файлов для FreeCAD. Видим, что информация о загруженном файле появилась. Для загрузки этого файла из облака удаляем локальный файл из библиотеки макроса. В данном случае нам не нужно обновлять список избранных компонентов. Для загрузки файлов из набора файлов для FreeCAD просто дважды кликаем на папку «Модификации». Нажимаем на стрелку, файл появился. Создаем новый документ и двойным кликом добавляем модель в рабочую область. Благодарю за внимание!